Так, сейчас зайдем в магазин турецких сладостей, посмотрим, какая красота здесь присутствует. Много разной пахлавы. Разные идут мармеладки, орешки. Welcome. Скоро я приехал. Вот, а мед в сотах. Очень широкий ассортимент меда в сотах. Это чай. Ароматный чай. Большой выбор чаев. Hello. Можно снять? Да. Спасибо. Специи, приправы. Орешки, фисташки. Изюм. Шелковица сушеная. Здесь тоже приправы, такой аромат стоит. Здесь разные мази, крема. В общем, такой ассортимент. Разных сладостей. Лукум. Лукум ассортимент вообще. Вкусняшки. Какая красота. Орешки. Пахлава. О, спасибо. Thank you. Угостили. Фисташки, да? Ага. Очень вкусно. Разный. 195 лир. Кило. Угу. Ассорти. А, упаковывают в коробочке. Окей. Понятно. Все, спасибо. Спасибо. Можно упаковать в коробочку, выбрать ассорти. И стоит это 195 лир за килограмм. Угощают, дают попробовать. Так что будете в Стамбуле, обязательно посещайте такие места.